Привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы будем наблюдать с вами небольшой такой рекламный ролик, посвященный городу Софии и Болгарии. Значит, тут доброе информационное бюро. Все закончилось. Опять у нас пошел этот ролик. Засняла и смонтировала нам прекрасный ролик. Софийский аэропорт. Мы наблюдаем прямо сейчас. Вот. Кого-то кто-то встречает. Кудрявого. София, население 1,3 миллиона человек, вода бежит из гор, чистейшая вода, можно пить прямо из-под крана. Население всей страны около 7 миллионов людей. Она работает в турбюро. Понятно. Очень тепло, днем, летом жара до 40 градусов. Есть метро, очень дорогое, проезд стоит 1 доллар. Не знаю, или одна поездка, или один вход. Ну, короче, 1 доллар в метро стоит. Я еще даже не ездил. Вот, есть какие-то термальные источники. Очень древняя история. И вообще Болгария самая древняя страна на Балканах. Это была церковь Святого Георгия. Значит, очень много памятников. Исторические деятели все носят такие же усы, как у меня. Очень зеленый, красивый город, много парков, красивых мостов через одну грязную, вообще очень ужасную речку. Это церковь Софии. Церковь Софии, от, собственно, имени которой и пошло название города. Вот. Там даже есть вечный огонь и львы. Это самая древняя, самая старая церковь. Вот так она выглядит. Находится она прямо напротив церкви Александра Невского. Поэтому там вот эта мозаика и предания, артефакты старины. Вот она, церковь Святой Софии. Так, болгарские...